Выхухоль. Тушканчик. Барсук облезший. Енот блохастый. Крокозябра дальневосточная. Ну все, ты нарвался. Да не ты, да успокойся, не ты. Я вот что размышляю, тут мозгами раскидываю. Почему они назвали фитнес-клуб кенгуру? Ну то есть, почему они назвали реально его там тушканчик дальнокитайский, да? Или вот что-то в этом роде. Почему кенгуру? Вот кто-то видел когда-то фитнес-клуб с названием кенгуру? Если кенгуру в боксерских перчатках, значит надо было называть боксерский клуб кенгуру, а не фитнес-клуб кенгуру. Вижу перед собой этот клуб. И думаю, зачем мы сюда пришли? Ну это уже совсем другой разговор. Все мы знаем, зачем мы сегодня торжественно собрались. Ну, естественно, кроме бабули, она что-то тупит. Бабуль, ограбить! Я вор! Бандит! Грабитель! Все, что я умею, это только грабить. Поэтому, если мы с тобой куда-то отправляемся в какое-то помещение, естественно, то, что нам предстоит его ограбить. Поэтому ножик спрячь и топай сюда. Мы что, на парную тренировку? Да, у нас будет парная тренировка. Здравствуйте, молодой человек! Здравствуйте! Мы пройдем с бабулей? Стоять! Подожди, он опять выпендривается. Сейчас мы решим это все. Биту опять свою достал. Вон! Так, ладно. Объясните, пожалуйста, почему вы нас не пускаете? Мы как-то плохо выглядим или я не знаю, мы в черном списке? Ты в балаклаве. Еще у нас какой-то дресс-код сегодня вели, то что я не могу в фитнес-клуб в балаклаве прийти. Ну пришел я в балаклаве, тебе-то какая разница, хрыщ усатый. Балаклаву сними, тогда и пущу. Ля че удумал? Да я балаклаву сниму в этой жизни только при одном случае. Когда закончу сезон грабителя, вот когда будет последняя серия, вот тогда эту балаклаву и сниму. А так я тебе обещаю, что ты меня никогда без балаклавы не увидишь. Снимай! Ладно, я, а почему ты бабулю-то не пускаешь? Бабуля-то не в балаклаве, она старая. Какой ей спортзал? Слышь, вот именно! Да эта карга на пенсии еще тебя переживет, еще всех нас переживет! Я тебя сейчас так порешаю! Бабуля, решай его, это все, что детей не будет. Нет, так решать, что детей не будет, не надо, успокойся. Столько. А я копам позвоню, иди в задницу. Не, бабуля, решать никого не надо. Если мы сейчас здесь криминальное место устроим, тогда мы с тобой не сможем обокрасть этот фитнес-клуб. Надо как-то другими путями его обмануть, только вот как? Я этому петуху сейчас покажу, как дела делаются. Ну и как дела делаются, что ты ему покажешь? Что ты ему сделаешь? Соблазню. У-ля-ля. Давай. Угу. Я хочу на это посмотреть просто. Милок, не хочешь посмотреть на мои панталоны? А потрогать их? Ой, бабкины панталоны, наверное, все посмотреть хотят и потрогать. Но я сомневаюсь по поводу охранника. Нет, карга старая, у меня семья. Да что ты ломаешься, вспомнишь молодость. Ой, ладно, все, да. Хорошо, впервые я послушаюсь советов подписчиков. Слышь ты, подожди. Чё как мужик? Чё как баба? Давай по-мужицки решим. Прям как два мужика. Давай по-мужицки прям. На камень, ножницы, бумага. Кто проиграет, тот лох. Давай. Все, давай на счет три. Раз, два, по башке. Все, заходи, давай, быстро. Вот так дела делаются. Закрой ты эту дверь. Так, короче, времени очень мало. Я не знаю, когда сюда придут владельцы. Хотя, подожди, возможно, здесь кто-то есть. Сейчас, подожди, на втором этаже посмотрю. Никого нет. Бабуль, твоя задача, стой на шухере, попивай кофеечек вот здесь. Если кто-то придет, сразу беги ко мне на второй этаж. Я оттуда начну со второго этажа. И ори во всю глотку. Хорошо, то, что кто-то приперся. И следи за этим. А то у него здесь стоит. Ну, бита стоит посередине комнаты. Он опасен. Все, давай. Так, время. Засекай время. Так, начинаем. Вот с... этой дорожки. А шотику мы все в этой жизни толкнем. Одна дорожка там 100% по 1005. Ха-ха! Это 5, еще 5. А здесь уже 15 в сумме.
Ну и последняя моя дорожечка, это уже получается 25 винтарей, еще десяточка в кейсе тоже дофига, вот с бабулей потом купим мелок, там это чупакабра в красном. Жена Геннадия Петровича? Задержи ее! Так, что приперлись-то? Спрятать лом. С ним все в порядке. Все-таки должно быть. Занимается он так. Новый тренер, разрешите представиться. Эдуард Дуримондович. Приятно познакомиться. Я новый тренер в этой шарашкиной конторе, а этот охранник только что был в моей тренировке. И мои тренировки эффективны настолько, что вы мало того, что сжигаете килограммы жира, так еще и мышечную массу набираете. И после этого вырубаетесь, просто падаете на пол. Вот он перетрудился сегодня. Ух ты, я хочу! Давайте вы похотите сначала посидеть где-то здесь на первом этаже, я там закончу свои дела на втором этаже и спущусь. Хорошо, хорошо. Слушай, ля какие прям фонари элитные, наверное, стоят поруб... Нет, я хочу на тренировку, за что я вам деньги плачу. Ладно, бабуль, иди следи, чтобы там все было нормально, чтобы охранник пришел в себя после такой бурной тренировки. Так! Быстро на ковер села! Я с тобой сукаться здесь не буду, молодая женщина. В возрасте. В расцвете сил. Ух вы, какие резкие. Люблю жестких мужчин. Приятно, комплимент. Так, раз, два, Караганда, там, Северная Дакота, пукни в рот с разворота. Чё-то я вообще не то сказал. 150 отжиманий, я хотел просто придумать какое-то там специфическое название для... Короче, жопу через пресс качай, вот надо перекачать. Короче, села, встала, рот подняла. Вот переворот, задний подскок. Вот, поднимай как хочешь, я не знаю, я тренер, не являюсь тренером. А как это делать? Жопу на пол приседай. Да, вот так, ага. Да, вот так, все. И не отвлекаться, и не разговаривать. Тренировка интенсивная. Мы здесь просто тут перестраиваем все. Ага, вы занимаетесь, я у вас этот ковер забирать не буду, заберу все остальные. Ага. Здесь у нас... Ремонт, приезжаем в другое помещение, я сейчас приду. Так, у этого все стоит да стоит, да? Ну, бита я имею в виду. Бабуль, никого больше не было. Так, ноутбук мы заберем. Блендер. Блендер мы тоже заберем. Так, кулер тоже заберем. Что еще мы... Так, да, я эту сначала выгоню, а то она сейчас там себе реально... Все, девушка, успокойтесь. Тренировка окончена, можете текать домой. В смысле окончена? А вы не заметили? Я же вам... Да, быстро. Я же вам говорю то, что я супер тренер. Вы в обморок. Вам повезло, что вы в обморок не упали. Только что вы сбросили примерно 6900 калорий вы сбросили. И вы даже этого не заметили. Даже я этого не заметил. Да! А вы еще сомневались, то, что я хороший тренер. Вы даже не почувствовали. А тренировка длилась-то минуту. Вы лучший тренер, которого я когда-либо встречала. Да, все, да, а сейчас... 3000 рублей нами только что выбросил. Неплохо быть тренером. Все, бабуль, она мне, короче, 3 куска только что заплатила. Так, стой на шухере. Тут гантеля, и тут гантеля, и тут гантели, и здесь гантели, много гантелей, железо нынче дорогое, можно толкнуть хотя бы за пару тысяч. Маникюрный салон, пока что закрытый, да? Ну, им повезло. Милок, посмотри, что это такое. Ну это у него стоит до сих пор. Ну, бита я имею в виду, пускай стоит. Да что? Какие печеньки, заткнись! Подожди, это Геннадий Петрович? Это тренер, который владелец этого салона, и его жен... Они что, знакомы? Откуда Геннадий Петрович тренера этого знает?
Так, бабуль, следи, если что-то поменяется, сразу кричи, как не в себя. Телефон, стул, естественно, кофе. Так, вентилятор тоже заберем. Так, шкафчики оставь себе, еще один вентилятор. Ладно, пофиг, даже лампы оставлю тебе. Это заберем и вот это заберем. Маленькие себе оставьте, еще один кулер. Естественно, гантели, что этого не потревожить. Пускай он себе там валяется. Здесь гантели, там гантели, здесь гантели. Бабуль, там все нормально? Если что, кричи сразу же. Так, и вот так, интересно, что они там делают, я не могу понять. Ситуэйшн накаляется. Сваливай, короче, бери наши вот эти тачки и прячься куда-то, я здесь все сам доделаю. А ты, милок, я тебя не оставлю. Да, лучше, если сдохнуть, то лучше сдохнуть одному, а не вдвоем. Да сваливай отсюда! Хорошо, не подведи меня только. Это ты меня не подведи. Тачки угони отсюда. Тачки! Так. Быстро. Что здесь еще старотымсить можно? Вентилятор. Ага. Они сейчас увидят вот этого. Если они еще сюда пойдут, они увидят вот этого стоячего. Вот это биту стоячего этого мужика. И... Так, бабулька молодец. Бабулька все увозит. Они за... Я надеюсь, он меня не видел. Как бы сюда свалить, я не знаю. Бабуль! Все нормально! Где наше оборудование и техника? Вот я не знаю, где ваше оборудование и техника. Не надо было переходить дорогу лаванде и игровым яйцам. Где все? Нас ограбили. Ой, какие вы умнички. Сразу же все догадались, то, что вас ограбили. Так, а мне бы сейчас отсюда как-то свалить. Только как? Может, по дереву? А, собаки сутулые, а собаки... Да, пускай. Опа! А вот виновники торжества. Ладно, была не была. Или я тикаю, или в тюрьму попадаю. Ну, с богом. О, привет. Пятка болит? А так все нормально. А вам там удачи! Больше у вас конкурентов нет. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the baggy, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the baggy, I get the bus. Pick it up. I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.